Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на ютубе! Всем здарова, ребятки, с вами по-прежнему Овер, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием Teardown. Ну что ж, ребят, сегодня мы вместе с вами будем разрушать моего персонажа из Роблокса. Посмотрите, как он выглядит. Это же самый настоящий Овер в Роблоксе. И сегодня мы будем разрушать меня в Teardown'е. В общем, ребят, я надеюсь, что такой видосик вам понравится. Смело ставьте лайк, усик, если вдруг не успели поставить за 3 секунды. Вот вторая попытка. Заранее огромное спасибо, мне будет безумно приятно. И, друзья, сразу хочу попросить прощения, потому что мой персонаж, он очень огромный и невероятно нагружает игру, поэтому, возможно, будут какие-нибудь лаги, задержки и так далее, но я думаю, это нам особо не помешает насладиться разрушением моего персонажа из Роблокса. А также, ребята, хочу попросить вас написать в комментариях, кого еще мне разрушить, каких персонажей, каких супергероев, монстров, и я, конечно, все сделаю, но сегодня мы будем разрушать именно меня, как бы это ни звучало. В общем, я надеюсь, вам это все безумно понравится. Для тех, кто не знает, чем мы занимаемся, у нас есть вот такой трамплин, есть огромное количество всевозможной техники, машины, грузовики, взрывающиеся грузовики, есть даже танк, есть БТР и все такое. Мы выбираем себе технику, разгоняемся на трамплине, подлетаем и врезаемся в моего персонажа и будем смотреть, как жестко и эпично он будет разрушаться. Ну что ж, предлагаю долго не затягивать, погнали прям сразу, что-то у меня какие-то, ребят, подергивания есть или что-то типа такого, хоть у меня и стоят модификации на уменьшение лагов и все такое, но все равно почему-то немножко подглючивает. Также, ребят, у меня есть модификация, которая ускоряет наши тачки, а это означает, что мы будем ехать гораздо быстрее и наносить больше ущерб и урон. Ну что, начинаем мы с вот такой машинки, с полицейской, она маленькая, быстрая и сможет хорошо разломать моего персонажа. Ну что, поехали! Разгоняемся и со всей дури вылетаем. О-оу. О-оу. Ребята, я сам себя, смотрите, как сильно покоребил. Нифига себе, мы еще и едем, друзья. Мы еще и ехали дальше. Вот это прикол. Посмотрите, моя мордашка. Она уже получила урон. Вот это, конечно, мега прикольчик, ребят. Вот это да, из каких блоков я вообще этих пикселей-вокселей состою? Из огромного количества. Капец, так, это была всего лишь одна машинка. А что будет, если мы, например, посильнее технику возьмем? Это же будут колоссальные разрушения. Ладно, ребят, поехали, разгоняемся и прыжок. Чё? Мой персонаж еще и руками шевелит. Ребята, нифига себе, как это было? Мы чуть не попали в руку прям. Вот это жесткач. Так, давайте еще попробуем на машинке. Вот на такой розовой попробуем сейчас в меня же врезаться. Но это вообще угар, я сам разрушаю себя. Вот, смотрите, да, вписались мы в руку. О-оу. Вот это, конечно, мега прикол. Так, ладно, хорошо, давайте тогда попробуем в другую руку, точнее, в другую сторону, там, где рука не поднимается, потому что мой персонаж все время защищается одной рукой, давайте в эту сторону поедем. А здесь тоже рука. Ребята, не все так просто. Нам очень повезло в первый раз врезаться, потому что мой овер не защищался, но теперь он защищается. Офигеть, это реально кайф. Вот это да, так непривычно, ребят, если честно, разрушать себя же. Обычно мы разрушали SCP, всяких монстров, супергероев, а здесь я. Ну что-то это как-то очень непривычно. Так, ладно, повышаем, ребят, ставочки, давайте, Бигфут. Вот это будет тема, самое главное попасть. Давайте попробуем по линии ровно ехать, вот если мы по линии поедем. Да, он не сопротивляется! Овер не сопротивляется! Все хейтеры, наверное, сейчас рады, что мы разрушаем Овера. Все, кто меня не любит, наверное, сейчас очень смеются, так как мы разрушаем моего персонажа. Ну что, вы хотели, вы получили, как говорится, хейтеры. Так, смотрите, давайте вот с такого грузовичка поедем. Вот такая-то, наверное, машина какой-то телекомпании или что-то типа такого. Видите, такой фургончик с всякими вышками. Или спецслужбы, или раздает Wi-Fi. Что-то типа такого. Так, ладно, разгоняемся. Едем по центру. Вроде по центру было безопасно. О, он пытался, но не достал! Ей, прям в улыбку мою мы залетели. Вроде и весело, друзья. Вроде и хочется разрушить. Но как-то даже жалко немножко. Так, ладно, вылазим. Че я там вообще проделал? Смотрите. О-о-о, прям в зубы попал. Прям в зубы, и у нас вон как.
Нифига себе, здесь склад машин, свалка. Вот это было четко. Так, ладно, давайте еще повысим ставки. Например, друзья, с вот такого грузовичка попробуем влететь в нашего овера и посмотрим, что будет с этим овером дурынским. Реально персонаж из Роблокса, друзья. Роблокс в тирдаун. Нифига себе. Так, поехали. Так, погнали, разгоняемся. Ой-ой-ой, а он аж тут две руки поднял. Но все равно, может, голову? Не, не задели. Мы вписались вообще куда-то в потолок. Жестко нас откинуло. Но этим грузовиком мы вообще ничего не сделали, потому что наш овер защитился руками. Ладно, хорошо, а у меня есть еще вот такие грузовички. С них мы тоже можем жестко влететь. Вот и попробуем. Рыба. Это рыбный этот. Рыбный фургончик. Мы развозим рыбу. Ну что, овер, берегись, родной. Берегись, мой братишка. О, пролетел четко. Прям между кулаков. Да, нужно именно по центру, ребят, лететь и... Ну, пол моськи, пол хари я себе уже разъел, как говорится. Я уничтожил самого себя, половину лица, ребят, посмотрите, вот видите? Ну, это же жесть вообще. Это же жесть какая. Блин, если вы еще, ребят, лайкусик не поставили, я думаю, сейчас самое время, потому что это мега эпик. Так, давайте вот на такой. Это у нас погрузчик для машин, что-то типа такого, да? Типа похож на эвакуатор. Давайте попробуем. Или может тоже какую-то строительную технику можно возить. Ладно, в общем, поехали. Овер, берегись. Так, по центру летим. А он даже руки не поднимает. Нормально, прям в носяру, в моську. Точнее, в это, в улыбку. И что, мы насквозь пробили? Насквозь пробита шея. И вот здесь вот. Офигеть. Отлично, отлично. Грузовая техника работает. Чем мощнее, ребят, тем жестче. Но у нас еще взрывные. Это, конечно, круто, но для начала попробуем на автобусе врезаться в меня. Поехали. Это мы повредили только шею, немножко тело и голову, но вся остальная часть, друзья, вообще не тронута. Руки, ноги, пояс, грудь, плечи, макушка даже, вообще ничего не тронуто, я очень огромный. Так, ладно, поехали, автобус полетел. Воу, насквозь будет, да? Насквозь и причем сильно. Ух ты, вот они где, мы... И реально насквозь, и мы еще едем. Вот это максимум разрушений. Слушайте, с автобуса, наверное, пока что на первый взгляд самые мощные разрушения были. Вон, я даже разрушил себя. Так, давайте смотреть. Давайте посмотрим, что же мы сделали со мной. А сделали мы очень много дыр. Мы сделали здесь огромную дырень. И еще и пониже. Я не знаю, как это получилось. Но вот оно, ребят, вы сами все видите. Овер наш получает жесткий дамаг, получает жесткий дэмэдж. Так, ну что, ребят, строительная техника, я думаю, может сейчас показать свое дело. Вот такая вот у нас, ребят, стрела. Попробуем на этой технике жестко влететь, только для этого мы разгонимся. Я уже выучил, друзья, надо прыгать по центру, там мы сможем пролететь, хотя эта техника широкая. Опа, дергает что-то там. Поехали. Ой-ой-ой, что происходит руками? Ну ладно, мы пролетели. Мы пролетели, и не такой сильный дамаг. И вообще не такой уж сильный дамаг был. Хотя это, друзья, на самом деле как посмотреть. Потому что если посмотреть вот так... То здесь прям дыра, впадина. Огромное количество вокселей, пикселей всяких этих мы разрушили. У меня уже голова практически пустая. Может, я дурак, у меня даже мозга нет. Вот он, роблоксеровский персонаж. Ладно, хорошо, а теперь, друзья, попробуем на строительной технике, на вот таком экскаваторе, попробуем ковшом дать по нашему персонажу, по оверу роблоксеру. Тихо-тихо-тихо, там же взрывающиеся грузовики. Ё-моё, думал, сейчас что-нибудь взорвется здесь. Было бы обидно потерять технику. Так, поехали. Выпрямляем ковш и прям по кумполу. Туда его. О-оу. Было сильно. Было сильно, и наконец-то мы тело хотя бы поразрушали. Немножко порушили. Вот это да. Ну что, ребят, я думаю, вы уже заждались. Я сам уже хочу этого момента. Давайте на грузовиках пару раз на обычных, а потом на взрывном грузовике можно сразу ехать. Ну все, овер, берегись. Берегись, молодой. О-оу, руками меня откинул. Спасибо. Спасибо. Взял и откинул. О-оу, и еще откинул. Что это за попрыгунчик? Капец, друзья, подлагивает, но я ничего не могу с этим сделать. Сами понимаете, тирдаун. Я уже как только не оптимизировал, но наш грузовик улетел. Так, ну что,
Лаги лютые, ребят. Я думаю, можно даже, наверное, прямо сейчас уже брать взрывающийся грузовик и на взрывающемся грузовике лететь в нашего овера. Поехали! Слишком много оверов сегодня в ролике. Вон, руки уже у него болят. Так, нормально. Руки пошли. Оу, щит! Мы взорвались прямо в руках. Слушайте, ну мы хотя бы продамажили руки. Это было неплохо. А что, наш овер падает? А, нет, это мне так лагает. Я подумал, что он начал падать, я еще очень удивился. Но смотрите, мы влетели словно дробь дробовика. У нас вот здесь вот руки покалечены, здесь тоже. Вот тут осколочки полетели. Офигеть, сейчас бы влететь на грузовике прямо в центр и посмотреть, что бы будет. Ладно, сели, как говорится, и поехали. Так, сели, поехали. Самое главное, руки. Руки не взрываются, нормально, не летят. Ну, а он, взрывайся, ты чего? Не взорвался. Он не взорвался. Можно сюда попасть какой-нибудь машиной, и он взорвется. Мы заминировали овера. Так, здесь нам подойдет какая-то даже маленькая машинка, типа вот такой. Мы реально заминировали сейчас. Может быть, мегабум. Ну что, друзья, вы готовы, надеюсь? Раз, два, три, мегабум. Сейчас будет. Все, руки, походу, не работают. Что у нас там было? Вот, летим. Воу. Это было эпично. Это было эпично, но наш овер все равно стоит, хоть и в груди у него огромная дыра и свалка из машин, но мы стоим, ребят. У нас уже кончились взрывающиеся грузовики, но есть еще вот такие взрывающиеся штуки. Я так и не понял, что это, марсоходы или нет, не знаю. Какие-то биологические специальные такие докторские эти грузовички. Ладно, давайте попробуем, но у нас еще есть танк, с которого мы можем жестко пострелять. Но эта штука тоже взрывается, поехали. Взрывается? А что она не взорвалась? А, не, взорвалась, но, по-моему, немножко не вовремя. Жесть, совсем чуть-чуть, и мы можем отломать голову нашему оверу. Реально, ребят, мы держимся на сопельках. Я думаю, будет эпично, если мы голову ему разрушим, поэтому давайте еще раз на взрывающейся штуке попробуем. Так, во, немножко отлагивает. Капец, лаги лютые, овер сопротивляется лагами, не хочет разрушаться. Но мы его разрушим. Хорошо, что мы уже, это, пролетаем руки, он нас не сбивает, это здорово. И нам бы в левую часть попасть. В левую часть, где держится голова, по-моему, летим четко. Взрываемся? Мы взрываемся? Мы не взорвались почему-то. Но голова летит, лаги пошли лютые. И голова пошла вниз. Я не знаю, друзья, видите ли вы это или не видите, но голова идет вниз. О-о, это нереальные лаги. У меня один FPS, ребят. У меня один FPS. Я не знаю, видно вам это или нет, как это выглядит на записи, но голова у нашего овера полетела. Давайте подождем, может быть, немножко, когда все это дело отлагает, и посмотрим, что же мы сделали. Голова проломила туловище, по идее, под своим весом. У нас все идет вниз, все люто падает. Ладно, давайте посмотрим уже, друзья, на результаты, потому что так все равно ничего не понятно. А вот так, друзья, все отлагало, и посмотрите, реально, у нас упала голова, мы ее взорвали, и она под своим весом разрушила еще и туловище. Если с этой стороны посмотреть, это просто кратер какой-то, аж до ног вот так долетела голова, все тут произрушало, вот наш овер натерпелся. Блин, даже реально жалко самого себя, что мы себя, меня так разрушили. Я уже путаюсь, кто есть кто. Так, ладно, ну что, с танка? Оу, щит, куда я полетел? Давайте с танка немножко постреляем. Туда? Можно попробовать руки отломать, если получится. Так, а ну? Не, похоже, не получится. Или получится? Ну-ка, погнали. Во-во, туда-туда-туда нам надо. Ну-ну-ну-ну-ну. Во, нормально, не, руки супер прочные, руки супер крепкие, не падают вообще. Жесть, ребят, вот это овер очень прочный, вот это прям невероятно круто. Так, давайте попробуем, как-то я даже не знаю, не, вообще не стреляется, руки вообще не пробить. Ну что, друзья, можно считать, что мы разрушили меня, потому что головы нет, основная масса туловища тоже разрушена. И это, конечно, лайкусик, вот такие жесткие разрушения получились, ребят, это просто мега эпично. И вот он снова я, улыбающийся, и вот он снова я, целый. Можно попробовать теперь меня поразрушать с танка, прям пострелять по мордашке, посмотреть, как будет это очень весело и прикольно. Так, поехали. Давайте сразу можно вот сюда, в грудину мне. Бам! Слушайте, один выстрел как сильно там разрушил, а по рукам не такой сильный ущерб и был.
Так, ладно, подъезжаем и в носяру мне. Бам! В зубы. Тихо, танк, не падай! Ё-моё, танк упал! Ну, слушайте, хорошо, мы постреляли пару раз. Вон, с одного выстрела в мосику, блин, или с парочки. Вообще, как сильно. Уже не так наш овер улыбается, правильно? Уже не так весело, ой, уже не так и смешно. Уже не так и здорово. Так, давайте отъезжаем. Я хочу освободить, ребят, взрывающиеся грузовики и повзрывать. Прям сразу, пока мы максимально целые. Поехали, попробуем. Так, берем грузовичок. Сели, мели и поехали. Так, по центру едем. Ага, все нормально, четко, руки нормально. И взрываем! Вот это красота! Можно сразу, блин, ребят, как только мы начинаем сразу взрывать с этих взрывающихся грузовиков, и будет вот какой сильный урон, вот какой сильный ущерб. И у нас есть еще один взрывающийся грузовик, с которым мы также можем сейчас жестко надамажить. Так, все сели и сразу поехали в бой! Сразу в бой едем! Погнали! Ух, что сейчас будет? Голова упадет, ваши ставочки! Ваши ставочки, ставки приняты, ставки больше не принимаются, и голова у нас держится. И держится она совсем на небольших участках. Где-то здесь держится, здесь и вот здесь. И это мы всего лишь два раза сейчас врезались на взрывающихся грузовиках и разрушили меня. Вот как бы это ни звучало, друзья, сам себя и взял и разрушил. Ладно, еще повзрываем, поехали. Вот так выравниваемся. Вот так подравниваемся. Хорошо. И погнали. Сейчас, наверное, опять, если голова упадет, будет лютый лагис. Так, полетели. Взрывайся! Что-то оно не взрывается, когда надо. Видите, мы пролетели и не взорвались. Видимо, когда хочет, тогда и взрывается. Вон где-то там сзади, снизу взорвалось. Но нам нужно было сейчас. Нам нужно было в этот момент, блин. Вот это, конечно, мега прикольчик. Ну что ж, ребятки, я думаю, что на такой ноте можно даже закончить сегодняшний ролик. Я надеюсь, вам все понравилось. Повторю, пишите, кого мне еще поразрушать, и я все сделаю. Ну а на этом у меня все. Сегодня мы разрушили овера. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Вас сегодня в селе развлекал, конечно, овер. Всем большое спасибо, удачи и пока-пока.